Так, запись пошла. Как приветствую, ребят. Канал вот впадлу. Будем сегодня впервые играть в арену. Запустил соляру. Давайте возьму топор. Думаю, с топора сразу сделаем бфчик. Пойдем к бочечкам. Я, в принципе, знаю эту карту, потому что играл когда-то в кастомку. Ну, не в кастомку еще. В эту, господи. Сори. Играл когда-то еще очень давно. В, то ли в первой доте. Короче, помню. Когда-то играл в этом. Ну тут как будто два прохода. Тут вообще всегда один проход был. Типа одной бочкой. Ага. Пусть смысл тогда в этом. Если они меня не убьют на первом, ну, давай вот эту жабу убьем сейчас. Угу. Интересно. Тут тоже нигде не станешь. Получается только тут. Ну, вообще суть этих бочек была то, что они все закрыты были. И суть этих бочек сводилась к тому, что... Потому что ты пропуливал себя так, как ты хотел сам. Типа путь, и все, и стоял там, кайфовал. А какой смысл в том, что... Какой смысл в том, что там пропилены просто два пути? Еще и на две линии мобов, я что-то не понял. Красного я вижу. Где все, да, мобы собрались? Так, отлично. У нас, значит, уже за каждого девятого крипа. У нас уже есть два урона. Не знаю, как работает дуэль или как правильно ли она как-то. Почему она выбежала? У меня автоатака выключена вообще. Но я ее выключал перед заходом сюда. Ну, давайте стандартную поставим. Так, мобы собираются. Хорошо. Ну, идем к первому БФу. Может, даже второй возьмем. Наверное, скорее всего, возьмем второй. Пойдет она сейчас с ним? Чем она это делает? Тяжко на самом деле, меня уже мобы пробивают. Если у меня этого первого спала сейчас не было, я бы даже не знаю, что бы я делал. Дерево какое-то бесполезное. Еще дальники постоянно. Проблема в том, что я вообще вырубил автоатаку, я по привычке жду, когда она атаковать будет. Блин, чуть-чуть не хватает. Ладно. Ставим навсегда. Скажу точно, первый спел тратить нельзя. Но я столько урона не это. Угу, чудом. Он с мой винт куража качнем.
Думаю, следующая шмотка надо бабочку делать при любом раскладе. И криты. Может даже криты начать с них. Ну, кстати, с ПФом стало попроще. Так. Можно еще даже вот так сделать. Можно даже не одну бабочку сделать. Хилочку какую-то, вообще не хилюсь с руки. Мне надо попробовать дуэль дать, мабу. Что урона даст. Маску еще, наверное, надо купить. По идее, универсалом его еще надо сделать. А что у меня тут из раннего? Есть что-то полезное? В принципе, ничего нету. А, тут котел еще, босс. Че, босс есть? Ты, блин, я сейчас так умру. И сам какие-то еще руны. Надо побегать от него, не хочу умирать. У меня 2 минуты еще есть. До руны посмотрю. Вот он как раз. Какую-то херню я придумал. Есть там руна? О, ускорение. А еще 2 руны всего? Там всегда побольше как-то рун было. Бочки еще были взрывающиеся. Я как-то не ожидал никаких боссов. Первый босс мне уже дался очень, очень сложно. Очень сложно мне дался первый босс. Прям максимально сложно. Блин, ну вот как-то неправильно деревья, как будто не так должны стоять. Блин, опять всех крипов добил. Ай, блин, дурачок. Ну, реально под 14 урона мне будут дополнительно всегда давать. А ну. Блин, сколько было? Уже не дало столько. Да не, вряд ли. Наверное, восстановление маны все-таки возьму. А ну, 106. 107. Понял. Слушай, я понял, тут проблема в том, что могут и красные попасться очень много. И синие могут на именно... Ну и свинки всякие идут. Ну, прикольная идея, конечно, совместить вот эти 2 стихии, типа, мир, который Миша придумал, и мне нравится. Мне кажется, надо, наверное, на силу все равно перейти. Ну, я знаю, хотя у меня 40 талантов будет.
100%. Ой, что я... А не переборщил вот так вот сделать? Ух ты, блин. Как будто очень больно. Что я вообще прям... Я если... 15-я волна, я уже просто страдаю от мобов. Не, ну с ДДшкой я уверенность чувствую. Давай, иди сюда, блин. Ты? Ты сильный? Нет, с ДДшкой я сильнее вас, мужики. Как мужики, пауки. Ну, на бабочку, мне кажется, поважнее будет. А, ну уже добью. У меня уже талантов есть. Ну так уж и много на самом деле. Так, урон за победу в дуэли как будто вообще мне не нужен. Ой, блин, эти опасные. Чудом вообще каким-то. Сопротивление к эффектам, наверное, тут понадобится. Ну, бабочка бобрияния, я думаю, будет. Не просто миссить по мне начнут. Не скажу, что они прям миссуют, но явно поприятнее стало. Наверное, давайте до сатаника еще 200 голды всего-то надо. Такие огромные деньги. Дальники. Блин, ну дуэли, ап дуэли, конечно, это вообще бесполезная как будто штука. Ладно. Не знаю, я по факту зря, наверное. Надо было просто вот это взять. Ой, босс появился. Кстати, что-то... Не подумал о том, что тут еще и боссы есть. Ну, это, наверное, бот вообще какой-то. Но реролы вообще тратить не хочется. Пока ничего не выдумаем. Ой-ой-ой. Надо их по отдельности встречать. Так и не понял, дается мне, не дается. Плевать. А вот эти мобы страшные, которые бьют тебя.
Пойду возьму воду. Увеличение длительности дели. Факту, а смысл? Наверное, дальники будут стоять. Так. У меня есть сатаник еще. Сила в процентах. Страшно много или нет? Наверное, ДДшку надо на боссов оставлять. Казалось бы, зачем мне тапок, да? Мне просто интересно было изначально проверить, сколько я смогу набить дуэли. Ничего вообще не дает дуэль. Абсолютно ничего. Вообще ничего просто. Так, у меня есть два слота еще. Прошу, надо очень правильно их продумать. Ну, даже БМ. Я бы сейчас просто БМ взял. Блин, ну вот это надо вообще игнорировать, ну бесполезно прям талант. Блин, Михаилы. Ну, с другой стороны, у меня урона уже нормально. Классно, Михаил. Криты уже прям нормально такие вылетают. Ну, руну эту подобрать, ДД ждать в ней. Наверное, вот так пока сделаем. Ну, честно говоря, статов-то не так уж и много. Бы лучше силу проскачивал. Ну да, она уже как-то покомфортнее себя чувствует, чем в начале. 30 урона добавляется после каждого раунда еще. А я этого не замечал, кстати. Как будто за одну дуэль, да? Можно, по идее, вот так вот сейчас всех собрать тут. Нет, два БМ еще бьются. Так, а что у нас тут из прикольного есть? Сопротивление к эффектам, качаем силу. И потом уже ульту. И, наверное, по ловкости просто пойдем. Угу, тиник. Брат, ну не выкидывай. Что там за руна? Там, наверное, опять по два босса, да, будет? Честно говоря, даже не знаю, какие мне шмотки нужны. Дуэль тоже без клика дается. Бах с этой дотой.
Все. Лишнее. Лишнее движение было. Нормально я дальника бью. Сблизи. Теперь точно можно установить. Так, блин, ну что еще такого купить? Ну, в принципе, скейла все равно от силы тут нету. Сколько у меня вкачано? 26,6, да? Правой стороне ловкости можно пройтись. Можно сделать себя универсалом, но толку нету. Урона у меня и так будет достаточно. У меня уже плюс 1000. Чем мне еще урон? Надо вот этот слот как-то продумать, чего мне не хватает. Брони маловато, шиву можно взять. Правильно? Можно тарасочку для уверенности. Меня выкинули. Хорошо, хоть они не в тайминг все это делают. Это прикольно так с БФом смотрится. Птичка как будто от БФа такая красивая. Это со Свена меча, если не ошибаюсь. Она сама решает, кому дуэль дать. У меня нету авто. Это я еще, я не знаю, у меня какой-то баг с доты пошел. Я уже давно это заметил. Так, уклонение еще тут есть. Так, а что мне нужно? Урона достаточно у меня. Скорость... Можно кирасу взять какую-нибудь? В принципе, нормальная идея. Минус армор. Минус армор, плюс скорость, плюс броня. Кстати, я же могу просто вот эту штуку ставить. Иди сюда, Вульф. Дуэль еще ему дать, да. Он
Ой, куда я положил это? Шишкины больно бьют. Сатаник сразу прожму. И сразу хилится. Брони, а что у меня там? Брони много. Нет. Таник продать. У меня сейчас 35 талантов, я еще могу стать универсалом, но опять же это бессмысленно. Мне проще... Один, два, три... Прирост ловкости еще могу взять. Ну так и продавай, сатаник. Просто чуть меня не снесли. 1000 уже урона есть. Я нахожусь на 44-й волне. Очень опасные, я понял, красные. Красные могут тебя просто шотнуть. Заходят. ДД, кстати. О, у них и Васион. Так, ну ДД мы не забираем. ДД я брать не буду. Оставлю на боссов или ничего не такое. Не понимаю, почему я не могу руководить дуэлью и первым спеллом. Прирост ловкости, последний талант, у меня левельный. Не знаю, возможно даже вот это возьму. Типа атака по всем, это прям неплохо выглядит. Вот так вот дал, и по всем еще атака плюс прошла. Орк Громила, это не тот орк, который любит делать станом тебе. Угу, он есть. Слушай, ну этих надо бояться. Надо встречать их. Повезло, что у меня крит по 3700 вылетает. Так, ну пока набираем все, что набирается, да? Барьеры. Пока шмоток хватает. Урон, в принципе, растет. А, так эти тоже бьют. Тэшка, в принципе, валяется. Там опять вода. Наверное, можно сейчас схавать. Утяганим. Лишним не будет. Ой, это эти опасные тоже. Они так могут тебя закатать до смерти. Благо, они вроде не попадают. Вроде не проносит, не проходит урон. Все равно опасно очень. Выглядит очень опасно. Ну да, как будто вот... Ну либо базовую скорость поднять. Я не знаю. Глубинный монстр 37000. Вот этот уродец, конечно, самый неприятный. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой. Что в таком месте меня застал? Тут я себя чувствую очень комфортно. О, пират Хэд. Выкапывает руну богатства, блин. Что там вообще у меня может быть из крутого, прям такого? Дезолятор можно взять. Пират Хэд не вижу смысла брать, эта шмотка дает еще и броню. Что у меня тут такого прям... Дальность атаки не нужна мне. Дезолятор неплохо выглядит. Опех. Давай возьмем так. Еще больше скорости по факту. Не будем... Так, базовую не могу прокачать. Давай вот так. Ну да, они прям критуют, это прям... Прям хорошо, это прям очень хорошо. Галдишка. Что у нас там? Водичка, ладно, водичка не пойдем. Керас, мне кажется, бесполезный, но вместо кераса надо что-то придумать. Что за вместо кераса можно придумать? Что такое на выживаемость? Вот так вот. Бам. Их нету. По факту всю свою тычку... Да, это очень-очень здравая штука. Плюс, на самом деле, с маской я могу еще больше алды зарабатывать. Буками. Блин, может надо было стать, конечно... Зачем урон? Это такой урон по факту. Урон у меня и так. Вот так вот заходишь просто и так. Залагало немножко. Так, щит не нужен. Блин, ну у меня пока есть это бесполезное, мне кажется. Раз. Еще одну бабочку взять. И реально шпроку больше даст. Наверное, еще одну бабочку возьму. У меня, в принципе, скорость атаки и так есть. Правильно? Правильно. Сейчас собираем. Собираем, собираем, собираем. Как залагало. Десять тысяч у меня есть. Я еще схаваю вот это. Вот это еще схаваю. Лишним не будет. Ну все, начинаем хавать. Агилку пока. Агилка — это броня. А, там по 75 голды всего дается. Так, ну 58 раунд, пока идем прям уверенно. У нас 1000-1500. У нас 1500 атаки. 1600 крипов добит. Как-то мы 500 армора, 500 хп купили себе. Так, вот забегаем. БФ, конечно, апнуто, я понял, зачем панда теперь добавил. Для этой каста, ну для арены. Честно, я не знаю, сколько в итоге эта игра продлится. Я думаю, если все хорошо будет, это часы. Ну, сейчас надо посмотреть. Таблица лидеров. 230. Соло. Я на 59-й. Посмотрим, посмотрим.
Так, а какую шмотку реально могу на Last City попробовать вытащить? Самую кайфовую. Медуза Гаргона. Там надо разворачиваться. Там я бью. Развернулся. Развернулся и... Такими критами, конечно. Так, тапки скорости, да? Изолятор, ринг, щит. Ну, честно, не вижу... Не знаю, я вижу только дезолятор, и то из-за того, что он минус арморит. Можно проверить сейчас. Блядь, я чуть не подумал о том, что они в огне, я просто умру. Огненные какашки. Так и не понял. Силы надо понабирать. Абсолютно хп нету. Сколько у них армора вообще? 31, да, это не имеет смысла. При скорости я больше нанесу урона. Давай, кто кого? Короче, это не имеет никакого смысла, я останусь при этой шмотке. Не знаю, ничего не придумал я, что мне прям идеально подойдет. Пока набираем силу. И ловкость. С учетом, что мой урон растет параллельно каждой волне, могу себе такое позволить. Сколько мне дает это? Паунти копейки дают. Это главное оставлять по что-то важное. Под боссов каких-то. У меня уклонение 69%. Ну криты база. Сатаник мне вот сейчас вообще не нужен. Объективно. Вот сейчас он выглядит очень бессмысленным. Но опять же, в любой ситуации, где меня пробьют, он спасет мне жизнь. Этот ремонтер проснулся, ремонтник FM, так что сори, под него не подстроишься, у него там свой график даунский, как у всех соседей, которые делают ремонты. Не, ну с другой стороны, Таник дает мне хпшку, силу, урончик. Слушай, ну 67-я волна. Иду прям нормально. Чем-то постоянно смотрю сюда. Опять 500 криты. Все 2000 урона за дуэль. Ну я не знаю, пока я чувствую себя очень комфортно. Я думаю, меня убьют только какие-то очень-очень сильные мобы. Красные, стахнутые прям. А ну, мне интересно, таблица лидеров 230, 230, 219, 219. Это какие-то важные поинты, я так понял. А минимальный какой? 160. Кстати, Феникс я ни разу
Ты рассчитывал, что я буду бить тебя просто в лицо, и мне плевать? Явно на это не рассчитывал. Явно на это не рассчитывал. Так. Три соловкости. Двести 219, 230 уровни, люди прям почему-то отлетают на них. Это что очень опасное. 2000 тем временем. Можно в центре, кстати, встать уже, вообще не париться. Прямо тут. Пойду за баунти сбегаю еще. Где-то до десятки хп подниму хотя бы. Вот эти как будто опасные мобы. Угу, как будто я успел сделать что-то полезное. Потому что красных не было, как будто. Да, но надо их поднимать, потому что ДДшки очень важно иметь. Ну, прям очень важно, как будто. Ну да, я, короче, до десятки подниму. Хотя бы. До чистой десятки. Там уже буду все в офисе. Красный. Красный пробивает, прям чувствуется. Баунти заберу. Чем-то пытаюсь все время проверить эту штуку. Благо из-за бабочек они не попадают. Сток, кстати, приятно. А, мне никогда БКБ не понадобится. Купить БКБ? Наверное, куплю БКБ на всякий случай. Вот, типа, на станеров вот таких. Типа, вот таких, допустим. Я, честно говоря, не знаю, что они делают. Не будем тратить так часто ВКБ. Ай будет. Ай будет. Я только единственное вот это не схавал, да? Урон заклинаний. Да, я очень рад тому, что я взял вот эту вот штуку. Типа я хотел вот тут начать качать, но я вот эту взял, это очень важно. Потому что когда ты имеешь плюс 2500 атаки, ты реально очень сильно хочешь от первого спала иметь возможность нанести урон. Это прям очень важно. Блядь, как же он стукает. Было опасно. Было очень опасно, они стояли по четырем разным сторонам. Будто надо их... Он как будто специально еще надо мной это делает. Стуканчик. Стук-стук. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не башка, не башка, не башка, не башка, не башка. Ой-ой-ой. Это было жестко. Не зря хп набираем. Не, ну на десяточку хотя бы уметь, там на ошибочку буквально. Ну, не так его боюсь, объективно.
Да, вначале он меня сильно испугал. Ну это чисто чил под пивко, реально. И очень приятно выбить свинку. 4 книги. Кстати, почти 10 тысяч набил. Так, 2600 тем временем плюс, 2317 у нас урон в дуэлях. Главное, что он не разворачивается и не бежит к мобам. Ну вот до этого Рошаны очень опасные, реально, они башат. Типа они вот, если бы не вот этот спел, мог очень сильно пострадать. Блин, регенка. Еще две ДДшки там словить, и там, и там. Вот эти так-то тоже. Вот я точно знаю, если тут есть где-то красный, его надо опасаться. И как-то префайром бьют. Повезло, нет вообще ни красных, ни синих. Эти могут шотать реально. Такие чебурашки. Шотну тебя и не заметят. Автоматически тянусь к этим кнопочкам. Кобальты? Кто пошел заново, типа? 84-я волна, и все пошло по кругу, да? Ну это намного интереснее, чем заходить в обычную карту World of Dota и бегать, фармить ее. Типа вообще безидейно, это так было скучно. Туда вообще не хотелось заходить. Вот это намного интереснее, вот реально, поэтому я готов поснимать. Очень долго, но это интересно, там есть. Кобальты. А что, сколько у них урона? 700 урона. Кобальты тоже опасные, они ж талят тебя. Ну все, десяточка есть. Идем в интеллект. Ой, в интеллект, в ловкость. Так, щит нормально, регенка вообще бесполезна. Щит очень нормально. Реально, если мобы какие-то опасные, быстрее. Красные уже такие уверенные. 7300 критую. Да это мне 5000 должно дать. Мне должно быть 5500. А с 1000 хп. Бесполезно просрал. Но я хочу ддшки ловить. На самом деле ддшки тоже плюс 500 урона. У меня так-то зеленый то не будет, да, он же чистый урон базовый. Это ддшки поначалу мне казалось. Вот даже хаста как будто лучше теперь. Ну мобы начинают быть сильнее и сильнее. Ну мы тоже как бы. Единственный плюс от того, что я сейчас снимаю, это при любом раскладе будет на канале. Кто это правда будет смотреть 50 минут? Я не знаю. Может кому-то прям очень скучно. А. Сила увеличена на 195.
У него 46 армора, зачем мне минус 3 армора вообще? Объективно непонятно. Очень странный босс, он вначале нанес мне урон, а потом, о, ДДшка. Баунти. Давайте хочу ДДшку взять. Че, зря ее так долго реролил. Миллион раз. Ну это просто будет, ну да, плюс 3400. 500 урона дает. 8700 крит. Ну, я не с удара их убиваю. 8 тысяч. Странно. 8 тысяч. Арморчик чуть-чуть поднимается. Да, книжки имба. Без них бы потолок бы очень быстро чувствовался. Шесть армора. Как-то и книжками арморы подниму. Ладно, поднимусь даже к ним. Не знаю, зачем тогда руны мне нужны. Не так себе по 70 голды. Ладно, короче, не буду, я просто в центре стану и буду стоять. 94-я волна тем временем. Не, а кто-то вообще записывал арену, кроме панды? Да, я думаю. Ну я классически попробую. У меня и по ПВЕ есть режиму как раз видос. И тут и будет, получается. Зачем ты все ветки сломал, деревья? Надо было топорик аккуратненько взять. Короче, отрастут. Ну, кстати, ровно по 65. Ну, кстати, отросли. Ничего не поменялось. Думаю, может еще критов взять. Я вот думал, мы вместо Станик снова можно что-то придумать. В то же время Станик позволяет мне хилиться с первого, если надо. Блин, ну 2857, он так что маленький. Бам! Блин, уже оно красиво смотрится. Блин, с учетом, что я первый раз сюда зашел, как же приятно, что я взял этот талант, еще раз повторюсь. Бы особо не продумывал идею, как правильно все делать. Ну, как будто урон не скейлился. Я не знаю, а какими героями играют. У ни у кого же больше урон не скейлится. Я их достаточно долго бью, с учетом, что у меня плюс 3000 урона. Я не знаю, где еще взять 3000 урона. Никаким способом столько не наколдуешь себе. У меня за пачку идет. Сейчас, вот, ну, не знаю, с боссом, наверное, это не сработает. Не забывайте куражу.
Там еще когда больно бьет. Не посмотрел, сколько она мне дала. За рунками побег. Я зайду, наверное, до сотки ловкости, потом дойду до сотки силы тоже. Вроде как бы и зажали, но не пробивают. Даже уже не только в Evasion дело. КБ, они же не могут себе купить тупорезы на мобах. Давай на дуэль хоть кого-то вызову. Так, 500 плюс 3300 уже. 103-я волна. Помню, у меня сколько? 160 минималка. Чтобы зайти в топ 100. 167-я. Как будто всякие рошаны, вот это вот. Как будто с трусайдом, пацаны. И уже попадаю даже немножко. Даже чуть страшно становится. 104-я волна. 200 хотя бы сделаю, будет круто. Ну я не знаю, как тут можно долго сидеть, и мне быстро надоело. Еще, наверное, перед моим надо бафаться, наверное, я что-то вообще игнорирую это. Даже просто так. Вот это, наверное, самая сильная руна, которая дает барьер. Сильнее ДД, это 5000 хп. Гарпия разведчица. По 11000 хп, по 1000 атаки. Уверена. Песня лютая уже играет. Дэшка почти 10000. Ну да, круг заново пошел. Я так понял, просто, ну да. Там, наверное, 80 кругов, которые по кругу. Ну, 80 кругов мобов. Не понял. 80 кругов мобов по кругу. Выглядит так. На самом деле можем... 100. 100 останется. О, 10 тысяч. 10 тысяч, это сильно, конечно. О, опять до декста. Ну как будто это место все равно лучше, они тут не могут тебя полностью все бить. Угу, так уже красный, 58 тысяч, 2000 атаки. Угу. Малые големы. Малые големы, которые любят тебя станить очень сильно. Красные самые опасные. Это при учете, что у них уже у обычных мобов 1000 атаки.
Красный моб выглядит, ну, очень гиперсильно уже будет выглядеть. И тоже станет. Ну, то есть, 1000 атаки? Ну, нету красных. Везу. Чё, у нас есть два Егиса. Один спелл просто почти пачку сносит, который по 12 тысяч хп. Это если притонет еще. Чё клярить юзну? Вульфик. Пьяный. Усика мы тоже одолели. Одиннадцать тысяч четыреста хп. Становится уже довольно-таки скучно. Ну блин, в такие моменты и расслабляешься, и тебя убивают. О, красный моб. По нему взять огонь. 71 тысяча, 2200. Угу. 60 армора. Здесь еще надо МКБ купить. Чую, блядь, какой-то моб попадется, по которому я миссить буду, он меня за этого завалит. МКБ еще купим. А то я с мобов поугарал. Я-то не знаю, какие у них там эти бафы, пассивки, честно говоря. Я так-то не изучал как-то и мобовские пассивки. Значение не играю. Но приятно иметь плюс 3300. Попадется такой вот чебуречек. Хочу иметь МКБ на него. И на боссов-то тех же. По факту тебе БФ не нужен, МКБ можно одевать. Там мне ни один моб не попадался с эвейженом. А он все равно какой. Ну из-за контратаки она очень все уверенно чувствует. Тоже другой вариант. Уже начинают прям уже пробивают. Абсолютно не отказывайся от своей стратегии, дальше до стаи идем. Сто пятнадцатая волна тем временем. Посмотреть, запись хоть идет. Идет вроде. Интересно, я смогу пойти тупо покурить? Она будет стоять вот так где-то. Пошел покурить. Мабы хлопнули меня. Только я сказал, и мобы хлопнули меня.
Ого. А чё так больно? На этом и все? Чё так больно? Они меня прям так уверенно пробили. У них, походу, МКБ-то есть. Два ейса в них слил. Атаки этого существа игнорируют уклонение цели. Тупо два ейса слил в них. Все остальные даже пробивать меня не будут. Они миссают. Ого. Это жесть, конечно. Покурил. Я ж даже расстроился. Сейчас сижу. Как они назывались, интересно? Игнорируют уклонение цели. Вот я об этом и говорил. Сюда какая-то подвохня появится. Я больше смущаю то, что люди и в соло, и в пати проходят до одинаковых 219 и 230. Видимо, там какие-то вот мобы с подвохом попадаются. А пока 118. Еще раз напомнить себе. 161. Мне кажется, я уже не дойду. Главное, если они меня сюда закинут. Да, вот это нормально. Еще под фразу вот это именно. Пойду покурю. Могу ли я пойти покурить? Просто выходят мобы, которые игнорируют все. Глубинный монстр, здорово, брат. Вот этого надо опасаться, на самом деле, это очень больно. Любые другие спылы меня не пугают. Интересно, а этот босс был вообще до этого, или Миша его сам выдумал? Вот прям с такими спалами. Так, ну, с монстром справился. Блин, жестко. Как-то хорошо продумано, ну то есть... ты набрался эвейжена, ты такой сильный, весь крутой. То есть по факту у тебя 69%, ты стоишь, у тебя все хорошо. Как тебя убить? Факту никак. Это все прям на рекорды тут идти, надо все вейвы запоминать. Все самые, то есть прям подготавливаться к вейву. То есть по факту уклонения у тебя нет, там не знаю, хп добрать. И как-то сатаник там прожать, я не знаю, вовремя. По факту они тебя просто заплевывают, то есть они еще дальники. Можно, кстати, блинк брать, прыгать и быстрее бить. Ну пока кто этих крипов боялся? Для них кто их никогда не боялся. Вот сатаник начал быть нужным. Меня же начинает пугать, потому что... У них
у них просто уже урона настолько много, что они меня пробивают. То есть, когда они попадают, это уже чувствуется. И опять они? Ты хоть секунду не бьешь, они тебя убивают. По факту, реально, даже любой вейв сильный, вот, но таких уже за 100. Можете убить тупо тем, что у тебя просто красных проб. Я вообще боюсь, я думаю, на Рошанах каких-нибудь умру. Или вот на вот этих белках. Ну так-то, о, вот это их урон. Они там скидываются тупо по тычке, и ты отлетаешь. Ну, точнее, мелкие скидываются у них. Он в проценте бьет? А, вот. Урон от здоровья цели 10%. Я знал, что там как-то все замудрено. Мне страшно было. А еще есть мобы, которые тебе не дают бить. Сеньор помидор. Кокосохотник. Я не замечал, какие топовые названия. Армора сейчас будет. Как так, я умер. Капец, я уже заранее сатаник прожал и тупо из-за первого спела выжил. Ну, как же я молодец, какой я. Ну, по факту я тут отлетал. Если бы я сатаник не прожал и первый спел. То же самое, 10% цели. Они просто каждый бы скинулся. Не, ну опять же, да, там. Вначале быстро, потом медленно. Хочу хоть в топ-150 зайти с первой игры. Когда вот так первый спел нажимаешь, очень хорошо отхиливаешься, в принципе. Не, сатаник must have, конечно. Ну, вот эти уже мобы. А, они уклоняются от атак. Вот кто, от кого МКБ мне надо было бы. Но я не могу ничего выкинуть. Надо было место где-то баунти-руны высаживать себе. Баунти-рунск. Нормально вообще вихрь такой запускать на Дерверсентова? Не, ну тут уже реально опасно, но, во-первых, все продумано, потому что все бьет в процентах. Урон уже не работает, работают только проценты. Уже на твои ошибки все. Давайте вот тут начнем вот у этого кента выкапывать баунти руны. В день подношения ему, как говорится. Так, надо заранее проверять до броня. Ой, следующий. Ой-ой, что я делал? Я спел потратил. Повезло. Это они. Другие мобы бы меня уже убили. Пристанет. Братик, чтоб я прошел. О, босс какой-то. Не помню, 5 вроде, да?
Ну, медуза урона выглядит самый безобидный из боссов. 10 тысяч атаки у нее. Спи им КБ дали. Угу. Тебе надо аккуратно. Большую часть успел убить под БКБ. Они могут сейчас так затаймиться, все же просто не выйдешь оттуда. Ага, у меня БКБ есть. Надо... У меня привычка менять именно на этот спот. Стоп, баунти рунский, я ему не дал же одну баунти руну. Братик, все для тебя, родненький. Ой, эти так-то тоже самое любят. Я с ними не хочу вообще драться. Можно на анимацию их играть. Лучше от первого спала отыграю. У меня яйца все равно нету. Кстати, ни разу сюда не заходил. Мы поймали. Еще красных нету. Братик, пока у нас с тобой договор идет нормально. А че есть кинты тут? Не, нету. Ой-ой-ой-ой-ой. КБ опять пригодилось. 11 тысяч уже крутил. Ой, а зачем я одну интеллект схавал? Че, умнее думаешь стану? Не стану. Ай, братик, подождите. Крысы, блин, все, этот раунд будет провальный. Это вот, когда в кастомку заходишь, они выпихивают тебя. То чего? Мои кошмары просто. Вот это мои кошмары, они просто выпихивают все время. БКБ уже не буду тратить. Кто теперь? На, побей меня, ладно, я под регенкой буду. Раз 30 секунд, так учусь, что... Не раз 30 секунд. Они мне не дали баунти руну дать кенту. Медведи. Так, ладно, тем временем 135-я волна, 400 урона уже. Вроде без сюрпризов. Просто мишки. Бью красного. Чуть отхожу, чтоб... Оп! Ты тоже красный? Ушел, блин. Баунти рунку. Пиздите баунти руны. Не помню, что они делают. Первые две почти убью. Ничего не делают.
Нормал. Ну, по времени уже. 2 часа дня. Мне же теперь интересно, когда меня остановят. А, блин, я тогда тоже не рассчитывал на тех мобов. Появились неожиданно. Братик, ну... Тебе зарплату выдаю. Блин, я чувствую, сейчас просто какая-то рандомная волна, и меня просто выгребут. Братишка. Все по договору. Каждая новая волна, новая баунти руна. Подержимся, подержимся. Надо вот этих убивать. Хорошо. Убили этих, убили этих, убили. А я свинку случайно убил. Блин, ну почти 5000 таки уже. Почти в скобочках 500. Угу. Это КБ пригодилось. Бессилие. Че меня оглушать было, я не понял. Видишь, у него какое-то наглушение. А, отвернуться надо. Не, ну он подловил, я воду наливал. Ну, в процентах тоже жжет. А, по херу ему. Выглядело это эпично. Братишке своему баунтируну не дал. Выглядит это не опасно на самом деле. Фюржеры. Братик, спасибо тебе. Ну все из-за него. Если б не он, если б я ему баунти руны не давал, ничего бы такого не было. Сейчас уже скоро Рошаны, я чувствую, будут. Блин, ну короче, я понял, я боюсь по факту только одних мобов. Рошанов побаиваюсь, конечно, но там БКБ можно нажать. Хотя оно не поможет. По идее, они даже меня не пробьют. А вот эти мобы, которые бьют через уклонение, надо к ним как-то подготовиться.
А как к ним подготовиться по факту? У меня это 10-13 тысяч хп. Что, я Тараску куплю? Не, про, у них по 2000 урона, там пару секунд и ты умер. Только и от них бегать каким-то образом. Не, ну очень приятный спал. Тем временем, кстати, 143. Мне надо всего лишь 161. Лепашоночек сейчас со мной бегает. Ну пока везет на красных. О, братишка, эти голды не дал. Уже, наверное, два раза. Ну а еще спавит. 400 надо. Это не берем. Запас денег серьезный. Фаербольщики. Большинство выкидало. 30 секунд КД. Я бы большинство выкидает фаерболы свои. В процентах, да, бьют? Центный урон очень страшный. Братишка, я тебе тут руну сделаю, сам схаваю. Без обид. Я не успеваю. Две свинки. Ну это я сейчас взял, что она там дает. Ну 16% больше от магии. Все, 147-я волна. Ну, интересно, на самом деле. Ну, как будто хочется на в следующий раз с патькой залететь, потому что одному просто скучно становится в один момент. Ну, интересно. Интересно, все продумано, и тебя выбить могут. Типа, твои уроны, хп не решают, решают. Типа, знания тут. Прикольно, ну, в топ 150 не залетел, но для первой игры 150 почти раундов прошел. Оценивайте сами, если вам реально понравится. Я увижу это в комментариях, по лайкам, по просмотрам. Я обязательно сниму, возможно, даже, не знаю, с кем-то... С кем-то не ноунеймом. А может и с ноунеймами какими-то, просто в пати затротов. Ну, короче. Всем спасибо, всем, кто смотрел.